маленький видос. То, что вы должны знать, если вы живете в городе, в принципе, в любом нормальном, где есть пешеходные переходы, они должны быть везде. Не каждый знает, что есть штраф для пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Вот я на эту штуку попался. Меня взяли тепленьким. Вот. Ну, по факту, да, там был переход 200 метров. Вот, всегда старайтесь переходить по пешеходке. Ну, или если вы там через проезжую часть переходите, там по сторонам гляньте, нет ли по бокам гайцов где-то, чтобы вас не приняли. Все, у меня на этом все.